Развивая туристическую сферу, не нужно забывать о пандемии. 168 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 58, в Кандалакшском районе плюс 31 и Североморске плюс 19. 17 декабря в Мурманской области при посещении торговых и торгово-развлекательных центров ковид-документы, в том числе с QR-кодом, нужно будет предъявлять однократно на общем входе. В магазинах, расположенных внутри, проводить повторную проверку документов не требуется. Помимо этого, в Мурманской области разрешенная заполняемость залов кафе и ресторанов увеличена до 70% от общего числа посадочных мест. Соответствующее предложение внес главный санитарный врач региона, но также закреплено в подписанном губернатором постановлении.